День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Blade Kitten. Большое-большое спасибо Доновану за ключик, но если вам хочется ее взять и вам понравится, что я вам покажу, то берите прямо сейчас, потому что игрушка сейчас на 50% скидке на Steam и стоит всего лишь 75 рублей. Так что можно взять, при том, что это очень-очень милая, очень простая игрушка, в которой мозг не напрягается, глаза отдыхают. Очень приятно в нее поиграть. Сюжетик маленький, немножко управления, немножко боя, немножко платформинга. В общем, это несложно. Так, что мне здесь? Мне так, нажать на кнопку. Ага, хорошо. То есть мне нужно где-то здесь нажать на кнопку, чтобы выключить. А, все, я понял. Мне нужно забраться туда наверх. Так, давайте тогда сядем на него. Это очень-очень почему-то мне напоминает Йоши. Почему же это мне дико напоминает Йоши? Потому что это... О, он и есть. Итак, что у нас здесь есть? Мы играем вот этой вот человека-кошкой, которая вполне терпимая. И знаете, это не аниме, это не манга. Я знаю, что у некоторых людей есть отвращение к этому. Здесь такого нету. Это очень-очень... Это просто такая стилистика. Это просто так нарисовано. Все очень мило, все очень по-детски, по-мультяшному. И я бы не сказал, что это детская игра. Я бы ее назвал игрой для начинающих. Простой игрой. Игрой с простыми элементами, с простыми целями, простым милым сюжетом и простыми милыми героями. И вот давайте сейчас пошлем свою кошечку, которая с которой мы познакомились. Это летающая кошка или какое-то существо летающее, которое украло у продавца сосиски. И мы так с этой штукой познакомились. И это очень мило. И видите, она нам помогает нажимать на кнопки. Что у нас есть еще? У нас есть далекий удар, которым мы пользуемся, чтобы ударить людей со щитом. Так, давайте сейчас попытаемся. Хорошо. Есть? Хорошо. Оп, я его не добил. О, все-таки добил. Что у нас есть еще? У нас есть близкий удар, у нас есть дальний удар. Хорошо, у нас есть прыжок, у нас есть... Так, тихо, подождите. Так, это в прыжке удары. Ну, хорошо, сейчас без врагов это не покажешь. Можно на врагов прыгать, делать им захват. И вот и все. И этого вполне хватит для того, чтобы поиграть. Платформинг здесь есть. Здесь можно по стенкам забираться. Здесь можно, как вы видите, вот на этой розовой лошадке кататься и ездить. Но это, скажем так, это первый уровень, на который я с ней... Так... О, господи, какая-то зелень гадкая, в котором я с этой зеленой... Так, мозг, спокойно. Это первый уровень, в котором я катаюсь на этой розовой штуке большой. В общем-то, мы бегаем по платформам, прыгаем. И знаете, тут и экшен простоватый, потому что, ну, мы убиваем врагов с одного-двух ударов. Я пока что не натыкался на боссов, я пока что не натыкался на больших врагов, с которыми мне было бы абсолютно тяжело справиться. Поэтому, как бы, экшен здесь умеренный. Также здесь платформинг умеренный. И да, хотя здесь иногда нужно полазить по стенкам, но особенно сложные платформы, которые кажутся, ой, какие они маленькие, я на них не попаду, они обычно оказываются специальными платформами, к которым мы клеимся, а то есть мы притягиваемся к ним, что немножко мешает. И, по-моему, так, мне нужно этот, опять же, где-то открыть. Давайте слезем. Давайте сейчас я... Ага, хорошо. Вот, котяра. Давай. Нажимай. Так. Она хлопает. Мило, это все очень мило и просто. Если вам хочется, например... Я могу себе представить, что это какой-то девушке понравится, которая особо в игры не играет, но которая просто хочется посидеть, провести время с каким-то милым продуктом, который не нагружает, знаете, нету крови, нету мяса, нету каких-то там иллюминатий и заговоров. Здесь у нас сюжет состоит из того, что у нас есть соперница, она у нас украла наше задание, или даже просто информационную палочку с заданием, и мы сейчас пытаемся догнать ее. Вот и все.
кто-то. Вот и все. Особо злодеев нету. Враги, которые на нас нападают, по идее, нас пытаются схватить, потому что мы зашли в ту зону, где нам нельзя было находиться. Что я их вполне понимаю. Так, давайте сейчас. Ага, все понятно. Это старый добрый прикол с Йоши, в котором мы прыгаем вниз, и Йоши падая вниз. Так, оп. Нет, оказывается, Йоши можно не оставлять. И да, с тех пор эта розовая штука будет Йоши, потому что он и есть Йоши. Так, хорошо, давайте. Уии! Я явно не допрыгнул. Так, тихо, я что за... чуть не застрял в стенке. Так, спокойно. Оп. Все, хорошо. Там был секретик небольшой, который был бы, дал бы мне деньги. Я, по идее, встречался с продавцом, но он что-то мне решил ничего не продавать. Поэтому я как-то странно. Я собираю эти няшки, но особо почему я их собираю, зачем они мне и что мне с ними делать, я не знаю. Так, хорошо, давайте сейчас посмотрим, где нам можно открыть дорогу для нашего... Спокойно. Так, хорошо. И или здесь уже без розовой твари мы продолжим нашу дорогу. Хорошо. Опа-па-па-па-па. Щит. Так. Подбежал слишком близко. Это как бы его вина. Давайте я попытаюсь сейчас сделать удар, этот захват. Отлично. Вот и все. Это с одного удара убивает. И это не всегда получается сделать, но это милое разнообразие. Потому что, в общем-то, это или на ближний удар нажимаем, чтобы ударить быстро, или на дальний удар нажимаем, чтобы снять щит у врага. Вот и все. Так, хорошо. Оп-па-па-па. Отлично. Так, и неужели мне нужно было оставить того крокодила внизу? Ну что ж, хорошо, если так, то так. Так, и здесь мне явно не сюда. Здесь я просто зашел за монетками. Так, вот. Ну, это я могу пробежать только крокодилом. То есть мне нужно где-то открыть дорогу крокодилу, чтобы он мог пробежать здесь. Хорошо. И будем знать. Вон. Все, я вижу, значит, мне нужно как-то забраться туда. Окей. И вот такая маленькая игрушка. И потому что она стоит где-то 75 рублей, у меня не поднимается руки сказать, что не берите она. Да, можно ее закритиковать. Но я вам скажу, почему. То есть, что можно закритиковать. Но я... очень-очень сильно понимаю, очень сильно чувствую, что эта игра не для меня. Это просто не для таких, как я, сделано. Не для людей, которые будут хардкорить и будут сидеть полчаса над одним и тем же прыжком и пытаться пройти его. Нет, это просто чтобы сесть перед экраном, посмотреть на яркие цвета и посмотреть на милый сюжетик. И чтобы это так... ой, как мило, утю-тю-тю-тю было. Вот и все. И за такой ценник это... почему бы и нет? Но давайте посмотрим на некоторые вещи. А то есть, первое, конечно же, ограниченный бой, иногда клеющийся платформинг, который я вообще не понимаю, зачем они сделали. Больше всего мне мешает камера, потому что мы когда часто меняем направление, то камера начинает туда-сюда постоянно дергаться, и это немножко укачивает. Не сильно, скажу вам честно, оно не сильно, но я замечаю просто это. Так, хорошо, давайте тогда пойдем дальше, и что это такое? Ну и мы опять же продолжаем, нажимаем на кнопки и проходим дальше. Вот такая вот маленькая, миленькая игрушка. Ничего особо страшного, ничего особо особенного, но мило, мило. И за умеренную цену можно взять, не побояться, и просто отдохнуть немножко от страшного хардкора с иллюминати, смертью, кровью и жестокостями, которыми наполнены современные игры. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.